Здравствуйте, дорогие друзья! Показываю вам сейчас розочку Дэвида Остина Ports & Light. Это роза 2007 года, шраб, высота 100-120 и заявленная ширина 70. Она у меня третий год. Высоту свою пока она не набрала, где-то около 90 сантиметров. Но в ширину 1,20 м она у меня раскинулась. Начинает зацветать вот такими кувшинками, глубокими такими, где светится коралловый, не коралловый, персиковые такие оттенки. Побольше распускается, видите, белые эти лепесточки отгибаются и раскручивается вот это рыжее внутри. И в конце она прям вот таким блюдцем, видите, прям как блюдце раскрывается. На ней еще ни один цветочек не упал. В этом году, третий год ей, в этом году цветок держится долго. Но сразу такое ощущение, что из такого вот, представляете, вот из такого вот малюськи вырастает, ну, где-то, наверное, раскрывается она в сантиметров 8. Рядышком с ней вот эта роза Мулинью. Она немножко побольше, и цвет тут, видите, такой желтый, и розовые там какие-то переливы. А у Ports & Light она абрикосовая. В этом году она довольно обильно цветущая. И веточки как-то стоят вверх, потому что в прошлом году было такое ощущение, что она сама себя разваливает. Тонкие длинные выгнала вверх побеги, которые приходилось подвязывать. В этом году она у меня ничем не подвязана. Это она себя сама держит. Вот я к ней подсадила лавандочку, но она пока не зацветает. Она такая не яркая, но красавица. Хочу вам показать ее с другой стороны. При отцветании становится, видите, более желтая. А вот это персиковый такой еще бутончик. Стала, молодец, стала внизу два базальных побега. В прошлом году только был один. Ну, как бы туго сказать, так нарастающая. У меня, по крайнем случае. Вот так она выглядит. Запах тонкий, еле уловимый от нее исходит. Вот такая розочка.